Перекрывались. Наша кляча. Идем в гостиницу. Тут паркинг не только для гостиницы, а тут, во-первых, он бесплатный, но он, народ приезжает сюда на пляж и все такое. Заходите к нам на огонек. Здесь мы будем мыться. Я надеюсь. А. Ну там спрятаться все. Ты напугался, что у тебя нету туалета? Да. Вот такой у нас номер. Почему Галина Васильевна не открыла все шторы, какие возмездные? А я тебе объясню почему. Потому что так будет некрасиво. Ты там. А здесь тоже некрасиво открыть? Ну, красиво, конечно, но ты должен показать, как на улице. Окей, можем выйти на улицу, ты выпускаешь нас. Окей. И выход на улицу, где... это все... Он уже открыт, открывай. Окей, у нас тут, оказывается, чуть ли не two bedroom, балкон. У нас самый большой. Вон наша машинка стоит. Самый большой балкон. Я понял. Только там еще есть какой-то выход. Emergency. Море. Вот так. Так мы будем здесь мучиться. Вот. Конечно, даже еще телевизор работает. Едем разведывать бассейн на самом верхнем этажу. Метр 45 всего лишь глубина. О, да тут места еще нет. Да. Вот так это выглядит тут. Ну что, мы с тобой опоздали. А? It's okay. Ты думаешь? Кто бы мог подумать, что трейл, как по-русски? Будут любить бассейн вместо моря. Тропа? Да. Вдоль вот такой красоты от нашей гостиницы. И вот мы идем к одному месту, очень должно быть живописному, судя по интернету. Но мы вам пока не расскажем. Довольно дикая тропа, скажем так. Ну да, есть очень такие. Ну вот сейчас я покажу примерно. Но нам, людям, жившим в Америке, это кажется так, как... Ну да, тут никаких, как сказать, ни ограждений, ничего нету. То есть тут ты сам за себя отвечаешь. Скорее всего, ты помрешь. Ну, вот. Очень рад. Да, осторожно, мины, голчонок. Смотри, видишь, мы идем туда, где та лестница. Вон.
никто не видит, я как тут красота. А кто не видит? Там люди купаются. Да, я вижу. Видишь, море спокойное. Кто на доске умеет, это им кул. А, ты видел, что там вообще вон человек купается? Я вижу. Я думал, ты про те, потом ты про те, да, Леш? Так что, Маголчонок, ты хочешь давай или еще рано запускать дрейника? Просто совершенно обалденно. И вот мы купаемся. Ти-ри-ри-ри. Говори, что хорошая вода. Это октябрь. Thank you.
Ну, должно быть очень красиво, раз уж с утра пораньше куча людей. Это вон такая лака. Очень уж, наверное, там круто. Это с высоты. Это у нас... Ну, как-то так. Очень круто. Очень круто. О, май гад. Абсолютно gorgeous.
Вчера мы здесь, можно сказать, чуть ли не плавали. Сегодня сухонько. И вот так проходишь, 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 а тут смотрим, кто уже живет в теремке. Аля. Watch, говорю, смотри.
пропускаю. Включи поворот левый. Въезжаем в первую красоту.
Вот на такой лодочке мы взяли тур. Значит, полчас 15, да, это 50 евро. За двоих. Oh,
get your lover and reel and rock it. Rub it over and move on up now. Go become a and reel and rock it. Roll it over, roll it over, bend over. Cut your cock to the news. Whee!
помогаем, как туда забраться. Так, обалдеть. Ну, в общем, когда здесь отлив, то я так понимаю, сюда можно как-то забраться. Я не знаю, как эти люди сюда забрались. Наверное, с другой стороны. Вообще, это круто.